собственно, вот здесь, на этом блокпосту, первыми ребята встречают наших врагов, сообщают нам о тех прилетах, которые приходят от наших смежных недобратьев-рашистов, которые бомбят мирное население. Все вы видите, за нами город. Бомбят мирное население, где гибнут дети, женщины, старики, ни в чем не виноватые. Здесь, на этих опорных пунктах, мы держим оборону нашего родного города. Большинство из нас здесь – это местные жители, которые жили, процветали, возрождали наш город, но кто-то решил по-другому. Поэтому придется возрождать заново, но я надеюсь, что общими усилиями мы это все сделаем. Мы всегда на позициях 24/7, мы всегда в полной боевой готовности. И готовы дать несокрушимый отпор всеми нам, у нас имеющимися силами, средствами, оружием. Вплоть до того, что даже захватив их технику, мы можем на ней спокойно работать. Против них. Мы уже пополняем, и ихняя техника уже воюет против них самих. Сейчас Путин сделал очень большую ошибку, вторгнувшись в нашу землю. Он сплотил нас в одно единое целое. Я видел людей, которые делятся последним куском хлеба на двоих. Они его кушают. У нас дуже багато досвідчених бійців, майже 50% десь у нас хлопців, що пройшли АТО. З 14-го року, тому нам, в принципі, є досвід, який ми передаємо новачкам. У нас немає такого, що ми взяли людині, дали автомат, іди воюй. Ми передаємо досвід, ми їх навчаємо, ми проводимо бойове злагодження. Тому ми завжди готові дати відсіч гідну. Ну, у нас є така проблема, давай вже правду казати. Є проблема, точніше дві. Це українська авіація та українська артилерія. Просто вони так ефективно працюють, що є вирогідність, що нам жодного кацапа не залишиться. От, це якщо до проблем. А так, в цілому, стоїмо, ми надійні, ми впевнені в собі, ми впевнені в тому, що в нас вдасться відбити ворога і відновити всю територію України, контроль над всією територією України. Для цього ми тут і знаходимося.